Сотрудники дорожных служб городского округа Люберцы завершили обустройство пешеходных переходов вокруг зоны отдыха «Малаховское озеро». Работу провели на трех участках, прилегающих к парку. Напротив дома номер 40 по улице Шоссейная, на улице Электрозаводской вблизи дома 3А и около здания номер 18 по Михневскому шоссе. При обустройстве пешеходных переходов использованы дополнительные элементы безопасности. Искусственные дорожные неровности и светодиодные светофоры Т7. Все, что касается безопасности нахождения в парке, безопасности прохода на парковой территории, пересечения улиц, это все тоже должно соответствовать определенным стандартам. Мы эти вопросы обсуждали с нашими жителями на комиссии по безопасности дорожного движения. Люди будут посещать парк, в том числе и в зимний период. И будут какие-то замечания, предложения, мы их обязательно учтем и будем стремиться, чтобы парк был таким местом притяжения для жителей не только Малаховки, но и всей окрестности.